С нами на связи Андрей Небытов, глава полиции Киевской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот на этой неделе в Киевской области сбивали шары с отражателями, да, вот в народе их называют НЛО. Вот что сейчас известно окончательно о типе, о характеристиках вот этих вот зондов? Ну, прежде всего, со слов военных, прежде всего, используется это для отвлечения нашей обороны, то есть использования наших сил противовоздушной обороны, и чтобы мы тратили относительно дорогие средства ПВО для сбития вот этих вот шаров. Фактически они никакой угрозы военной не несли, а только имеют цель отвлекающего маневра. Ну вот на годовщину полномасштабного вторжения враг, вероятно, готовит массированную ракетную атаку. Вот об этом предупреждают и наша разведка, и военные. Как полиция области готовится вот к такой возможной атаке? Ну, хочу сказать сразу, что мы продолжаем нести службу в усиленном режиме. Наши наряды фактически вдвое увеличены на территории обслуживания. Каждый наш наряд группы реагирования патрульной полиции имеет соответствующие громкоговорители. И в случае объявления воздушной тревоги дополнительная информация предоставляется гражданам, которые находятся в объектах критической инфраструктуры, которые потенциально могут быть целями армии Российской Федерации. Кроме этого, помогаем людям добраться до укрытий, которые находятся недалеко. Мы готовы полностью к отражению, действуем в едином задуме, в едином плане силами обороны Киева и Киевской области. И, как показали последние массированные атаки, в том числе и на территорию Киевской области, Киева, силы ПВО прекрасно отработали. И за последние 5 атак мы не имеем ни одного человека, который бы погиб или был травмирован. Ну вот враг продолжает терроризировать область угрозами минирования, да, это и объекты инфраструктуры, и школы. Как проверяют полицейские вот сообщения о таких угрозах, да? Откуда поступают анонимные звонки и письма? Можно ли вычислить преступников, да, привлечь их к ответственности? Вот одно из последних таких сообщений пришло в администрацию школы в Броварах. До этого было вот такое же в Белой Церкви. Действительно, и ровно год назад перед широкомасштабным вторжением на территорию Украины Российская Федерация использовала такие вот сообщения, анонимные сообщения о заминировании для того, чтобы дезориентировать силы безопасности, в том числе национальной полиции, посеять среди людей определенную панику и чтобы люди находились в состоянии нервозности. Я хочу сказать и всех граждан заверить, что мы отслеживаем все эти сообщения. Однозначно полиция выезжает абсолютно на все вызовы. Мы обследуем помещения в зависимости от ситуации, проводим эвакуацию, либо ее не проводим, если учреждение, например, было закрыто, школа, и не работала. То есть и отслеживаем, как правило, это с территории Российской Федерации, анонимные каналы, либо с временно оккупированных территорий. Все, что происходят местные заминирования, как правило, в большинстве случаев преступники устанавливаются, но они делают это по определенным личным мотивам и за это несут, соответственно, ответственность. Ну да, вот настоящий террор вот такими вот звонками, да, вот дети в школе сидят, мало того, что тревога звучит, плюс эти звонки, да, то есть приходится прерывать обучение, выходить на улицу, самый настоящий террор. Да, вы правильно это говорите. Еще раз хочу подчеркнуть, они делают это для того, чтобы люди переживали, находились в неспокойном состоянии, и то есть потом их активные действия приводили до того, чтобы люди совершали какие-то необдуманные поступки. Еще раз хочу сказать, что силы обороны Киева и Киевской области очень серьезно подготовлены. Для этого военные проводят работу и по сей день с оборудованием фортификационных сооружений. Есть у нас необходимые силы и средства, и национальная полиция, как еще раз скажу, составляющая сил обороны, выполнит всю свою работу, в том числе по проверке вот этих вот анонимных сообщений про заминирование. Поэтому людей прошу соблюдать спокойствие и принимать взвешенные решения.
Ну вот полиция в военное время продолжает делать свою обычную работу, да, бороться с преступностью. И хотели узнать, какая сегодня криминогенная обстановка в столичном регионе. Вот в Броварах, тех же, к примеру, задержали мужчину с целым арсеналом оружия, вот после того, как он угрожал продавцу гранатой. Каких видов преступлений регистрируется больше, да, что это, может, грабежи, угоны, каких, наоборот, стало меньше? Первое хочу сказать, на этом делает акцент министр внутренних дел Игорь Клименко про то, что мы обязаны, что бы ни случилось, удержать состояние криминогенной ситуации на нормальном уровне. Я хочу сказать, что статистика показывает, фактически уровень преступности не изменился, но изменилось его качество. Ну, например, фактически столько же происходит краж, но мы фиксируем значительно меньше грабежей, разбоев, более квалифицированных преступлений. Фактически на 80% стало меньше автоугонов. Ну, это понятно, потому что и сил национальной полиции вдвое больше стало на улицах. Блокпосты, военные, ДФТГ, все работают на систему безопасности. Естественно, преступления совершать некомфортно. Но в то же время мы видим, что и фактически несколько раз, ну, например, с 8 уголовных дел, которые были уголовных производств, были в 2022 году, за январь месяц до 65 выросло количество уголовных производств в январе 2023 года именно за незаконный оборот оружия. Мы изъяли уже больше 50 гранат, больше 10 автоматов. Есть пулеметы, есть реактивные системы. Естественно, что количество оружия на нашей территории, в том числе и трофейное, которое осталось от русских оккупантов, ее очень много. Мы проводим эту работу. Уголовный розыск работает круглосуточно. Проводим специальные операции по ее изъятию. Я уверен, что нам удастся удержать криминогенную ситуацию в норме. Хочу также обратить внимание людей на то, что практически на 20% увеличилось количество мошенничеств. Это такая ситуация в связи с повышенным спросом на определенные товары, например, дрова, генераторы, топливо. И, как правило, 50% всех этих мошенничеств происходят в сети интернет, именно на сайтах, которые предоставляют площадки для реализации той или иной продукции. Поэтому, обращаясь к людям, хочу сказать, что никогда не делайте предоплату. Никогда не делайте, есть все возможности оплатить товар только по его поступлению. Очень много случаев после предоплаты не предоставляются ни услуги, ни товары. И люди уже обращаются в полицию. Поэтому будьте внимательны, доверяйте только проверенным продавцам, доверяйте, ищите информацию в интернете и не верьте фирмам-однодневкам. Правоохранители идентифицировали оккупантов, расстрелявших в марте 2002 года семью возле села Мила Бучанского района. Вот там буряты расстреливали гражданские машины на дороге Киев-Чоп. Российским военным сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Вот личности скольких причастных к расстрелам мирных жителей в Киевской области удалось установить за время вот после деоккупации? Значит, я могу сказать, что только следственными подразделениями Киевской области объявлено 53 подозрения российским оккупантам, которые совершали преступления на территории Киевской области. Но хочу подчеркнуть, что для нас военные преступления, которые происходят в Украине, это дело чести, поэтому и следователи Главного следственного управления и других подразделений работают над тем, над установлением личности и предъявлением им подозрений. Фактически вся правоохранительная система нарабатывает этот механизм, потому что мы понимаем, что это основная составляющая, которая будет дальше презентоваться или в международном криминальном суде, или в специальном трибунале. Это уже как решит международное сообщество, но это обязательно будет. Поэтому работа эта не останавливается, она ведется отдельным блоком, скажу так, по военным преступлениям, и будет продолжаться. Цель одна, чтобы как можно больше оккупантов, которые совершали преступления на территории Киевской области и вообще Украины, их военно-политическое руководство обязательно были привлечены к уголовной ответственности.
Ну вот в Украине продолжается набор добровольцев в гвардию наступления. И вот одна из 8 штурмовых бригад Национальной полиции Украины называется «Людь». И вот очень точное название, да, которое отражает решимость украинцев. Хотели узнать, как идет набор в эту бригаду, сколько заявок есть на сегодняшний день. И вот интересно, есть ли женщины, да, среди добровольцев, и что люди говорят о своей мотивации? Да, действительно, значит, по инициативе президента и под контролем фактически министра внутренних дел Игоря Клименко происходит этот набор. Мы развернули набор для этих людей, для удобства в центрах оказания административных услуг. Принимаем практически всех людей от 18 до 55 лет, но прежде всего хочу сказать, что не все смогут попасть, потому что довольно-таки строгий, серьезный отбор, начиная от физической подготовки, так и интеллектуальной составляющей. Идут и девушки, идут и мужчины. Мотивация – это попасть в подразделение, которое действительно будет освобождать наши территории, как у нас есть слоган «возвращать свое». Мы рассчитываем на серьезную подготовку этого личного состава, будут задействованы иностранные инструкторы, будут предоставляться иностранное оснащение, и я уверен, что эти штурмовые бригады, они будут очень эффективны. Также хочу подчеркнуть, что тут в эти бригады идут как и действующие сотрудники полиции абсолютно из всех подразделений, если есть желание, и это уже на сегодняшний день у нас только по Киевской области больше 150 сотрудников. Есть и гражданские люди, сегодня уже подали документы, дали заявки больше 500, только по Киевской области 150 уже оформили документы. Мы понимаем, что эта бригада будет сформирована очень быстро. Поэтому из мотивации могу подчеркнуть, это желание освобождать свои земли, защищать свои семьи. Ну и очень многих, понимаете, в результате этой войны за этот год погибли родные, близкие. И вот желание именно людь, как мы кажем, то есть людь, «Претвори свою людь на зброю». Вот поэтому именно для этих людей есть возможность прийти с коллегами, с одномышленниками, подготовиться, тщательно подготовиться, получить все необходимые навыки оснащения и дать серьезный бой врагу. Спасибо вам огромное. Спасибо за последнюю информацию, за ваши комментарии и, конечно, за вашу работу. Спасибо. А я всем напомню, что Андрей Небытов, глава полиции Киевской области, был с нами на связи. Да, дякую. До побачення.